Речь идет о строительстве высотки в Дагомысе. В прошлый раз, когда впервые рассматривался этот эскизный проект, заказчику указали на недоработки. Члены градостроительного совета при главе города Сочи даже дали свои рекомендации. Но и в этот раз представленная градостроительная документация вызывала нарекания. Заказчик путает ситуационный план с размещением объектов социальной инфраструктуры с проектом планировки. Это серьезный документ, в котором прописано, согласно градкодексу, весь перечень условий, который должен быть учтен при размещении объектов. На данном этапе мы вообще-то градостроительный совет имели в виду, что сообщество архитекторов должно четко и ясно сказать, можно там размещать вот Дагомысе в этом месте, либо нельзя. И все, мне больше ничего не нужно. Ниже уровня русла, проектного положения русла, предполагается размыв еще на метр оси ниже. Это значит, за этой стенкой вот здесь может вымыть грунт, и вся набережная ухнет туда. А здесь уже фундамент и здание. Никуда не годится. Дело в том, что планируемая застройка должна быть осуществлена по пойме реки. Архитектор объясняет, что район этот подтопляемый, и в период подъема уровня реки и участок смерчи, еще в отсутствии проекта берегоукрепительных работ со стороны застройщика, разрешить строительство многоэтажки в этом месте нельзя. Всегда важно и мнение местных жителей, чтобы потом, когда начнется строительство, не было социальной напряженности. На всех уровнях слышатся одни и те же вопросы о том, что как можно больше объясняйте, как можно больше советуйтесь с жителями. Считайте, что это и есть совет с жителями, но те, которые понимают, что такое архитектура, что такое градостроительство. Вот. Поэтому для нас это важно. Глава города объясняет, если в доме 600 квартир, значит, как минимум будет 600 детей. Нужны дополнительные места в детский сад, школу, нужна и поликлиника, и сети тоже нужно строить новые. Вот об этих социальных нормах застройщики, как правило, думать не хотят. Одним словом, профессиональное сообщество архитекторов отклонило проект строительства дома в Дагомысе, посчитав, что на данном этапе его осуществить невозможно. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.